Лайфхаки для домовладельцев, которые помогают экономить на коммунальных ресурсах. Тольяттинская студентка Татьяна Ларышева вместе с преподавателями подготовила научную работу. В этом исследовании они изучили, как тратит воду, электричество и газ обычный владелец квартиры. И на основе этого выработали ряд рекомендаций, как эффективно расходовать данные ресурсы. Например, то же самое провода, которые мы оставляем включенными в розетку и просто уходим. А их стоило бы выключать, так как они потребляют энергию, даже просто находясь в сети. С этим исследованием Татьяна Ларышева стала одним из победителей регионального этапа Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». Соревнование посвящено проблемам экологии и энергосбережения. В Самарской области в нем приняли участие 1000 студентов и школьников. Это вот приобщение, сохранение природы. Конечно, в первую очередь, ну, это понятно, что это экологическое, конечно, воспитание детей. Мероприятие в основном направлено на развитие у населения, вообще всей нашей огромной страны, на бережное отношение именно вот природы, природных ресурсов, на рациональное использование. Лучшие участники конкурса отправятся на его финал в Москву, который пройдет 22 декабря. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.